Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с полномочным послом Эстонии в Казахстане Яопом Орой. Представители Эстонии намерены укрепить связь двух стран. На встрече глава региона рассказал о реализуемых в Алматинской области проектах и в целом о темпах развития, в том числе о строительстве городов Алатау и Конаев, о туристическом потенциале. Речь шла также о реализации проекта в сельскохозяйственной отрасли и в сфере промышленности. В свою очередь, посол Эстонии Яоп Орро подчеркнул необходимость работы по увеличению товарооборота между двумя странами, инвестиционных проектов и доли казахстанских предпринимателей в бизнесе. В рамках встречи обе стороны отметили, что в ближайшее время будут реализованы новые проекты. Есть большой мегапроект международного уровня, это город Алатау, который будет расположен, уже границы очерчены, он будет располагаться, находится между городом Алматы и между городом Конаевым. Вот этот весь промежуток, где мы по трассе сегодня проезжали, где есть там промышленное производство, где-то есть заводы, фабрики, где-то мелкие населенные пункты, это все сейчас объединено в один большой город. Город Алатау. И вот новая часть развития города Конаев и весь город Алатау это является специальной экономической зоной. То есть именно там уже предусмотрены льготы, преференции, там все, что обычно интересует инвесторов.